За окном сыпет снег, а мы приготовим креветки панко с соусом сладкий чили. И с вами я, Сергей Михеев, бренд-шеф Академии Суши Тамаки. Начнем. Для начала разбиваем яйца и немножко взбиваем их венчиком. Добавляем молоко, щепотку соли и просеиваем муку. Вымешиваем наш кляр. Должна получиться вот такая густая, но эластичная консистенция. А для идеальной панировки мы используем сухари панко от Тамаки. Когда все приготовления готовы, приготовим креветок одна. Сначала кляр, а потом сухари панко. Настало время обжарить наши креветки. Для этого окунем их в хорошо разогретое масло. Обжариваем наши креветки до румяной корочки. Это займет примерно 1,5-2 минуты. Когда наши креветки пожарились, выкладываем их на салфетку, чтобы стекло лишнее масло. Наши креветки готовы. Добавим немножко остринки, и в этом нам поможет соус сладкий чили от Тамаки. Любой удачный рецепт начинается с Тамаки.